Владельцу этого угломера совершенно спокойно можно им пользоваться для выставления угла выхода дейдвуда с точностью до 0,1 градуса и, естественно, мерить угол выхода дейдвуда у конкурентов. Как это делается? Вот берем, включаем приборчик кнопочкой, ставим вот сюда на килевую линию, обнуляем, ждем пару секунд и ставим сюда 10,6 градуса, 10,5 и обратно. Вот погрешность 0,1 градуса, вот так. Так что милости просим, очень удобный прибор.